Сестра Джандан, доброе утро, доброе утро. Давай подготовим тебя на биопсию. Что? Слушайте, ситуация серьезна. Судя по результатам биопсии, у ЭКЮ болезнь Нимана Пика. Что это, доктор? Болезнь нервной системы у одного человека из 100 тысяч. То есть? То есть, это очень серьезная болезнь. Бояться нечего, тебе не будет больно. Знаю, будет больно. Ну уже, милая, откуда ты знаешь? Знаю. Не бойся, не переживай. Главная медсестра зовет тебя, посмотри. Хорошо, иду. Через 5 минут я буду здесь. Не бойся, хорошо, скоро приду. Не хочу. Ойке. А где Ойке? Недавно была здесь. А значит, в туалете. Ойке. Господи, может быть, она рядом с отцом? В 48 часов вы должны быть под наблюдением. Господин Демид, что вы делаете? Мне нужно немедленно найти этого ребенка. То есть, моя дочка здесь? Пропала, не могу лежать. Хорошо, я понимаю, но полицейские из больницы смогут ее найти. Никто ее, кроме меня, не найдет. Ну, прошу вас, господин Демир, вы можете лечь? Если я лягу здесь, то завтра сяду в тюрьму. Простите, что? Я должен найти своего ребенка. Господин Демир, машина там. Ойкю! Где же она? Ойкю! 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 Ойкю, куда же ты пошла? Ойкю! Боже мой! Почему она ушла? Блин, должен был сбежать я. Она сбежала, пока я спал. А? А это, может она подумала, что я уеду. Подумала, что я сбегаю или что-то такое, и поэтому, я думаю, она обиделась и сбежала. То есть как? Это вы что, уезжали? То есть не взяв с собой Ойку? Нет, разве так можно, госпожа Джандан? То есть разве может отец бросить свое дитя? Разве так можно? Бывает разве такое? Я всего лишь хотел выйти в сад, то есть... Так вот, может, из-за того, что я взял машину, она подумала, что я сбегаю, подумала, что я ухожу, бросаю ее, или же... Она и так не любит больницы и врачей. Хорошо, ладно, вы не переживайте, мы найдем Ойку, хорошо? Не беспокойтесь. Ойку! Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.